Вот пришла новая посылка из Китая. Здесь кроссовки. Покупали кроссовки для того, чтобы идти в поход. Это кроссовки для длинных пеших прогулок специальные. У нас такие, я смотрел в туристических магазинах, стоили около 1300 гривен. Сейчас мы посмотрим на эти китайские. Не буду произносить фирму, чтобы не показаться смешным. Вот покажу. Вот фирма. Кроссовки должны быть хорошие, так как эта фирма специализируется на данного вида. Что-то рассыпалось. Посылка шла около 39 дней. В общем, на почте, как всегда, нахамили. В этом удовольствие плане мы не получили. Это что-то рассыпалось. Я так думаю, что это вот эти шарики, которые впитывают влагу. Сейчас мы их попытаемся убрать. Блин. Ладно. Попытаемся аккуратненько открыть. Нет, на пол не упали. Да, эти шарики рассыпались. Пахнут новой обувью, сразу слышно. Продавец довольно быстро все сделал, все отправил, как мы договаривались. Вот эта штучка рассыпалась. Вот они, сами кроссовки непосредственно. Первое впечатление очень даже хорошее, так как и есть низ водонепроницаемый, дышащие отверстия для них. В общем, я думаю, что для весеннего похода эти кроссовки идеально подойдут. Качество прекрасное. Никаких дефектов видимых сразу я не вижу. Размер это не мой. Это женские кроссовки, как бы женский размер. Но, в принципе, я себе тоже хочу подобные купить. Соответствующая вот цена и качество, они идеальные. Сколько они стоят? 40 долларов. 40 долларов они примерно стоят. Ну там 42, неважно. В общем, такие вот кроссовки. Они подошли идеально, по ноге сели. 37 размер. В принципе, никаких недостатков мы абсолютно не обнаружили. Тут комфортная подошва, вся ступинатор отличный. Все сделано так, для того, чтобы нога просто-напросто не уставала во время долгой ходьбы. Плюс они везде, вот здесь они водонепроницаемые. Хорошая крепкая подошва шипастая, то есть они не должны скользить. В общем, кроссовки, очень-очень мы довольны кроссовками. Даже можно их просто покупать, чтобы в них ходить по городу. Не обязательно покупать их для каких-то вот походов или тому подобного. Но в данном случае, мне кажется, этот вариант будет идеальный. Так как фирма специализируется на этом. Так что мы очень довольны данной обувью. Всем могу порекомендовать этого продавца. Ссылку вы можете увидеть под видео на продавца, у которого я покупал. Как вы видите, 37 размер реально соответствует всем данным. Кроссовки реально очень хорошие. Плюс еще дышащая стелька. Это стелька из такого материала. Верх тканевой материал натуральный. Ну и низ, как всегда, обычные в спортивных кроссовках стелька. В общем, кроссовки очень хорошие. По стельке можно увидеть, что они нормальные по форме стопе, ступинатор. Все как нужно. То есть не какое-то китайское барахло. За такую цену данная обувь соответствует качеству ее с этой ценой. И все-таки эти кроссовки The North Face, они реально офигенные, потому что за такую цену, за 350 гривен, у нас и близко не купишь кроссовки такого качества. В общем, я советую всем, можете покупать спокойно у этого продавца и не бояться купить такие кроссовки, потому что их качество реально очень хорошее. Очень хорошие кроссовки, я обязательно куплю этой же фирмы кроссовки себе. В общем, теперь мы пойдем в поход, и у нас не будут ни мокнуть ноги, ни мерзнуть. И нигде не будет нам ничего натирать, потому что кроссовки сели просто идеально и по всей ноге, и размер подошел тоже идеально.